Всем добрый день. Хочу сказать всем спасибо большое за приятно проведенные два дня. Сейчас начнем. Мы презентуем виртуального помощника с голосовой аутентификацией, с голосовой биометрической диалоговой аутентификацией. Для решения данной задачи нужно было разработать два продукта. Это голосовой сервис, который в режиме реального диалога общается с клиентом и считывает его биометрический след. И это сервис шифрования, который позволит взаимодействовать с неким публичным блокчейном, на нашем примере это эфириум, и позволит писать блокчейн, использовать блокчейн как хранилище KeyValue, и позволит писать это хранилище и читать оттуда. Суть идеи проста и понятна. Есть наш голосовой помощник, который является удостоверяющим центром, с которым у нас есть общий секрет. И мы сами держим некий простой общий секрет, который мы способны держать в голове, в отличие от полноценного приватного ключа. Для того, чтобы сгенерировать общий секрет, мы инициируем диалог с голосовым помощником. Он общается с нами, задает какие-то вопросы, в ходе диалога понимает, что вы не робот, и получает ваш биометрический след, отдавая, генерируя некий общий секрет. С помощью общего секрета вы шифруете и своего локального секрета вы шифруете приватный ключ, кладете его в публичный блокчейн, и когда нужно, когда вы потеряли приватный ключ, то вы, помня свой простой пароль, можете опять инициировать диалог с своим помощником, с помощью голосовой биометрии получить общий секрет и забрать из блокчейна зашифрованный приватный ключ и расшифровать его. Отличие от других биометрических сервисов в том, что оно не просто берет входные аудиофайлы и определяет слепок, а ведет непрерывный диалог для того, чтобы невозможно было заскриптовать работу или подложить просто предзаписанный голос. Это пример того, как это алгоритм того, как мы генерируем общий секрет. С помощью алхимии хэшей и AES мы в итоге шифруем наш приватный ключ и кладем в публичный блокчейн, а позже забираем его. Так, презентация съехала, к сожалению. Вот на верхнем слайде будет на самом деле представлена схема того, как мы взаимодействуем с помощником и забираем общий секрет. Что важно сказать, каких преимуществ мы достигли, разрабатывая своего помощника. Мы сделали некий автоматизированный УЦ. Этот УЦ взаимодействует с клиентом по понятному для него принципу, с помощью голосового интерфейса. Мы сделали движок, который в режиме реального времени не получает биологический слепок и не имеет никакого, и на самом деле не хранит никаких персональных данных, относящихся к клиенту. Что еще следует сделать, чтобы система работала бы лучше? На самом деле плохо, что пользователь должен все равно что-то помнить. Хотелось бы, чтобы был еще некий УЦ, автоматизированный или не автоматизированный, но доверенный, который бы тоже по какому-то принципу, например, по фейс-биометрии, записи с видеокамеры, мог с помощью мультиподписи также вам позволять расшифровывать ваш приватный ключ. Также можно улучшить модель голосовой биометрии, потому что сейчас у нее есть некие ошибки. И улучшить модель вытаскивания нервов, потому что на сложных человеческих фамилиях, которые являются первичным идентификатором, современные движки speech-to-text не рассчитаны. А здесь пример того, как система работает. Мы продублировали это видео в Telegram. Здесь мы... Все очень быстро. Мы заканчиваем время. Это же момент общения с голосовым помощником. Мы видим, что он идет не просто по сценарию, а постарается с тобой вести некий общий диалог, чтобы ты не мог скриптовать этот диалог. И по ответу, во-первых, определил, смотрит, насколько валиден ответ, а во-вторых, билдит все твои аудиозаписи и по итогу все время смотрится, реально ли ты соответствуешь своему биометрическому слепку. Мы сделали двухфакторную аутентификацию, то есть недостаточно просто доказать машине, что твой голос – твой голос. Ты еще должен поиграть с ней в игру и сказать, какие же секретные слова ты с ней загадал на входе инициализации. На самом деле эти механики можно продумать по-разному. Мы, для примера, решили сделать так, что ты на входе придумываешь какие-то 5 простых слов, которые ты точно запомнишь, потому что они у тебя в памяти яркие остались. А потом тебе бот говорит, скажи 3 из них. Вот тебе куча, скажи 3 из них. На этой картинке мы видим, как мы по итогу диалога можем восстановить наш приватный ключ. И, собственно, все. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание.
децентрализация в том, что полноценной децентрализации нет в данной схеме. Но мы, как УЦ, не храним никаких реальных данных, которые могли бы скомпрометировать клиента. То есть клиент, то есть жизнь клиента от нас не зависит, и он может взаимодействовать с нашим движком через любой интерфейс из любой точки мира. Еще один вопрос. Зачем хранить через аккуратный ключ, шифрованный номер, блокчейн? Собственно, для того, чтобы мы из любой точки мира точно так же через этот веб-интерфейс при взаимодействии с ботом могли в любой точке мира расшифровать, а не привязываться к какой-то базе данных, которая... Ну, это сейчас есть децентрализация, то есть, в принципе, это хранится в публичном блокчейне и... А по CDN можно использовать блокчейн, зачем? Вариантов много, тут был пример, как смарт-контракт и... Давайте последний вопрос. Вы Lotus используете, чтобы просто идентифицировать пользователя, то есть он или не он, или на основе голосового слепка вы как-то генерируете сетку? Мы сейчас Lotus используем, чтобы идентифицировать он или не он. Спасибо. Спасибо.